Вот и настала пора сажать перчик. Вчера подготовила 11 грядок. Сейчас покажу, какая земля. Не копаем, третий сезон. Заостряю ваше внимание. Вот, вот, посмотрите, какая земля. Ну, если женщина 11 грядок с легкостью сделала, делайте выводы. Значит, вот такие перчики у меня на сегодня. Показываю. 11 января посажены, пикированы 29 января. Вот так они выглядят. Бутончиков много, но обрывать я ничего не буду. Не знаю, не буду ничего обрывать. Это 11 января. Так, а есть... где-то здесь 31 января. 30. Кстати, очень удобно вот в эти коробочки. И стоит удобно. Здесь просто у меня скрученный такой стаканчик. 31 января. Это, кстати, на кипяток сажала. И вот особой разницы я не вижу. Но от сорта еще зависит. Тут разные сорта, конечно. Вот, сейчас буду показывать, как я буду сажать. Но сначала расскажу. Значит, грядки я подготовила, бороздки сделала. Буду делать вот этой сажалочкой лунки. И надо бы в идеале налить воды в каждую лунку по 3 литра. Ну, не знаю, как тут будет впитываться у меня. Я весь процесс этот, конечно, не буду показывать, но просто теоретически расскажу, что буду вливать. Заготовлю лунки на всей грядке. Насыплю по горсти золы. Надо бы яичную скорлупу, крапиву. Но у меня ничего этого уже нет, поэтому не буду это делать. Просто золы буду насыпать. Водички побольше налью, чтобы... корешки тянулись вглубь к воде. Вот, буду высаживать. Высажу, все это дальше сниму. И ножички с опознавательными знаками, с наименованием сорта. Вот так. Вот тут все подготовила. Не ножички, кстати, а ложечки. Очень удобно вот с внутренней стороны писать. И карандашом. Карандаш вообще не стирается, не выгорает. Мне очень понравилось. А это мерничек пол-литровый. Буду в лунку вот по такому мернику наливать. Ждать, пока впитается. Доливать, доливать, доливать. Вот, пожалуйста, улитка. Так что вот. Разметила. Подписала. Сделала луночки. И вот сейчас буду разворачивать. Очень мне понравилось вот в такие заворачивать. Есть у меня видео, кому интересно, посмотрите. Так, это у меня вот этот сорт. И буду раскладывать теперь аккуратненько. Не все перчики одинаково хороши. Ну, в общем-то, неплохие, я бы сказала. Корневая хорошая. Вода не так быстро уходит. Это я влила только по одному черпачку. Вот так я их расставила в луночке. Но по одному черпачку только влила. И сейчас буду... больше водички сюда наливать. Пока тут будет впитываться, я буду вторую полоску раскладывать. С закрытой корневой системой сажать одно удовольствие. Ну все, управилась. Вот показываю, какие есть.
Первый рядок ближе ко мне, который получше, дальний похуже. 22 перчика посадила. Значит, получилось как? В лунку пол-литра и 2,5 сверху. Даже может быть так еще и лучше. Водичка прольется, осадит земельку и заполнит пустоты. Сейчас замульчирую из леса привезенной листвой и быстренько накрою. Солнышко жарит, но они у меня закаленные. В парнике уже живут, я вот не помню, в середине апреля, по-моему, я их в парник вынесла. Периодически открываю на солнышко. К солнышку приучила, в общем, я закаляла их. Но все равно укрыть надо по-быстренькому. Сейчас натяну укрывной. Замульчирую и натяну укрывной. Уже скосили газон и подсушили. Вот этой мульчи сейчас я буду и мульчировать. Вот так. Это будет защита от высыхания. И от сорняков. И от высыхания вот таким макаром. Обожаю мульчированные грядки. Кстати, о картошке. Вчера снимала мульчу с грядок и уже сделала окучивание, потому что она у меня взошла. А надо максимально, чтобы подольше не показывались эти росточки, чтобы белой части была подлиннее белая часть. Тогда клубней будет больше. Вот считайте, что первое окучивание я сделала. Сейчас покажу другую часть. А эти две грядки окучила листвой из-под орехов. И вот такая уже большая горчичка. Говорят, ее можно есть, но я не пробовала. Надо будет попробовать в салатик порезать. Вот. Сейчас покажу. Сходит клевер. Земля сохнет. Вот он, клевер какой. Вчера вечером поливали. И уже начинает сиренька зацветать. Ой, как я люблю ее запах. Пожалуй, это самые мои любимые цветы. Я так думаю. Земляника зацветает. Маленькие кустики тоже начали зацветать. А тюльпанчики уже цветают. Цветают. Но тут у меня будут лилии. Вот так. 11 грядок вчера подготовила. Теперь только сажаю, успевай. Ну вот за сегодня только 2 грядки сделала. Уже устала. Да и в общем-то и планы другие.